You have 10 minutes maximum. Sometimes commanders can be too strict. Will there be another chute packing violation, guys? Do you want to live? Yes, sir. Or too perceptive. Right now, I see that you don't. You'll be fired sooner than you want. Because even the strictest commander was once a raw recruit himself. There's no room for errors or anything. It's people and an expensive submarine. Forget your civilian life. You're in the Navy now. We swear. You'll want your mother. But instead of parents, now you've got a commanding officer. Laying in 224. Your new home's on the water and has firepower. Fire! Alert, torpedo attack. But you'll soon get used to it and say, Mom, I'm a sailor. One day you'll look back on your service with the Baltic Fleet as the best time of your life. We're ready for battle. Закон подлости. Вот в море нету никого вообще. И вот конкретно вот в 12:00 им всем надо прийти в район всплытия, да? Сейчас кто всплывет, и еще полдня никого не будет. The Magnitogorsk is checking the area where the Vyborg submarine will surface. Civilian ships have appeared on the scene, and that would make it unsafe for any submarine to emerge from the deep. Мостик обнаружен, цель по периметру 242.3, раздел 77.7. Есть, Медведев. Вторую снять с проводки. Дмитрий, цель номер два, снять с проводки. At last, the civilian ships are on their way and don't need to be monitored anymore. Нету ребят, не хотят всплывать. На этом выходе в море получилось, что мы обеспечиваем подводную лодку «Выбор». Все новые лодки, либо новые построенные, либо выходящие там с ремонта, со среднего ремонта, им даются корабли обеспечения. Вот мы один из кораблей обеспечения. Есть штурм. В район ожидания зашли? Нет. Сколько до кромки района? Сколько до кромки района? Штурман. До кромки района 6 кабельтов. Есть штурм. Штурм, а так все нормально, да, остальное? Вот, не надо там увеличивать, ничего по заданию. Отставание там, ничего, все в порядке. Это первое. Это тоже надо докладывать все. Пока ниже стоящие должности занимал, страха не было никакого, ни паники, ни даже не задумывался. Приходил на лодку и выходил в море и смотрел на командира, на его уверенные действия. Я как-то не задумывался просто об этом. Не было никакого страха. Страх появился, даже не страх, нельзя его назвать страхом. Появилось просто чувство вот это, какой-то чрезмерной ответственности, все. С товарищей переживаем всегда. Время 12 часов, он должен был всплыть, а его нету, не всплывает. Все, штурм заняли центр района, больше нет. Все, штурм сказал? Заняли центр района. Есть. Есть штурман, есть акустик. Нас пытается вызвать первый, но связь 1 балл. Ничего не слышно. Акустик, 3 раза подряд передать на подводную лодку «Выборг» на первый. Просто район всплытия чист. Понял? Есть передача. Давай, передавай. This would be the perfect moment to surface. But where is the Vyborg? Больше радистов. Есть радист. УСС 750, связь с ними есть. Они запрашивают, район чист или нет? Чист. Чист, всплытие безопасно. Радист, передайте. Район всплытия чист, всплытие безопасно. Есть, принял. At last, the missing sub appears on the horizon. Центральный записать журнал. The corvette sub recently has been scrubbed and washed, but seamen know that first impressions last, and it's not just the ship that'll be under scrutiny. The crew will too. Сейчас в Питер прием, там же на параде надо будет в парадной форме одежды личный состав показывать. Начать с командиров боечастей, с офицеров, построить их всех, проверить их форму одежды. После этого построить экипаж по большому сбору в парадной форме одежды и, соответственно, провести осмотр формы одежды. Шея на сигнале. Вот, кстати, с этого человека надо начать.
Командир участия, а чего вы не побрились? Ой, сегодня дело, ты сейчас можешь быть. Что, какие дела? Дело, там, если лично составом, как работали, еще промышленники приходили. Ну и как вы работаете с личным составом? Какой вам пример показываете? Вы вообще готовили форму одежды? Надо дать ему времени, чтобы сам личный состав свой проверил. Вам час. Подготовьте свою форму одежды, и вы мне предъявились. После этого личный состав, подготовку парады формы одежды. Идите. Есть. Before muster, the first mate checks personally on the dress uniforms. Вообще команда, вообще есть два. Главный убор к смотру. Стирать. Главный убор одеть. Иши к смотру. Утренний осмотр для чего проводится? Чтобы посмотрели на свой личный состав, посмотрели, в чем они ходят, как они ходят. Кьюсь. Смотри, поставлен кораблю задача участвовать в мероприятиях, посвященных 150-летию Западного военного округа. Для этого корабль совершает переход в порт Санкт-Петербург. Полоборота направо. Stripes and chevrons are positioned with the utmost care. Later they'll even be checked with a ruler. Поднять шеврон, планку погладить. Поднять шеврон. Арнольд, запоминайте. Слишком низко шевроны. Погоны. Менять. Личный состав по местам. When the vessel makes port in St. Petersburg, every seaman's appearance must be perfect. But there isn't much time left for ablutions. Центральная учебная тревога для погружения подводной лодки. With the Vyborg's surfacing taken care of, the Magnitogorsk herself can get ready to dive. Исходя из условий обстановки и решаемых задач подводной лодки, командир принимает решение. Погружение там в такое-то время, на такую-то глубину, там согласно заданию, все остальное. Можно это прервать? Есть. Подводная лодка была готовлена полностью. Есть. Все эти мероприятия должны проводиться по боевой готовности номер один. Это подразумевает, что весь личный состав находится на своих боевых постах, на своих командных пунктах по тревоге. Поднять носовой перископ. Радистам какая антенна не нужна, опустить. Diving fins emerge from the hull and are used to steer the submarine when it's beneath the surface. Rubbing the periscope before diving is an old and respected tradition for submariners. После выпуска я в море, наверное, пошел первый раз в ноябре, что ли, 2004 года. Меня прикомандировали инженером вычислительной группы. Как-то я ошибка, наверное, не переживал. Единственное, меня волновали вот вопросы, будет ли там давить и вообще как это вот просто находиться над водой. Если вот смоделировать всю ситуацию, да, там в 3D. Подводная лодка, она размером с дом. И как так вот дом погрузился под водой и плывет, вот мне было интересно вот это посмотреть, увидеть. На места оставить погружение, проверки прочного корпуса на герметичность, приготовить систему вентиляции для создания вакуума. Есть. Ушел со связи. Проверяю, чтобы никто не остался в ограждении рубки, чтобы никаких там курящих, никаких там самоубийц не осталось. Еще, не дай бог, чтобы никто не было. Все вниз погружаюсь! Все вниз погружаюсь! Все вниз погружаюсь! Был один случай, когда перед погружением я спускался по верхнему рубочному люку, по трапу. Меня аж прям вот так вот всего затрясло. С чем это было связано? А уже я прослужил, наверное, года три на подводных лодках. И, наверное, вот только тогда я стал осознавать, что могут произойти какие-то необратимые вещи, что может что-то с нами случиться. До этого все так воспринималось, там хихи-ха-ха, погрузились, всплыли, ну, ответственности не придал. И вот этот момент, он по-настоящему был, действительно для меня стал каким-то переломным, что жизнь, она, не знаю, может быть, ценить стал более сильнее. Троекратно обращена настройка мостика погружения. Проверено отсутствие личного состава. Последний спустился командир. Задраен верхний рубочный люк. Штурман, пеленг дай-ка мне на погружение Выборга. Расчетный пеленг на погружение ПЛ Выборг.
54 градуса. Ну и после этого я стал понимать, что на самом деле мы все ходим на каком-то краю и понимаем, каждый вот член экипажа, он должен давать себе отчет в том, что от его действий зависят жизни других людей. Я это стал наиболее остро осознавать, став командиром. А вот с того момента я начал понимать, что любое действие, которое делает, там, я делаю, подчиненные делают, любой матрос делает, они могут повлечь за собой необратимые последствия. И это может просто привести к плачевным ситуациям. Прочный корпус герметичен, подводная лодка к погружению готова. Есть. Принять главную балластную среду. Есть, принять главную балластную среду. Заполнить среднее. Есть, заполнить среднее. Каждое погружение – это ответственный и опасный маневр, который выполняется, которому нужно подходить с очень большой ответственностью. И море ошибок не прощает. Якорь вышел, нет? Якорь вышел. Есть. It's less than 50 kilometers from Kronstadt to St. Petersburg, and the Saprazitali will soon be at the starting point for the parade. Лево 10. Есть лево 10. Право 5. Право 5. Есть право 5. Где карта вот этого места? Commander Slonov nervously hopes all is well. What if the defense minister himself wants to take a look around this state-of-the-art warship? Дурман, ваш расчет. Глубина, скорость каждые 5 минут. Каждый МК ведет, докладывает глубину. Скорость можете сами докладывать. Лево руля. Получено приказание начальника по поводу подготовки к празднованию 150 лет ЗВО и участия в учениях. Корабль готов выйти в море и выполнить задачи, поставленные перед ним. Боссман, погружаться на 9 дифферентом 3 градуса на... Отставить. Погружаться на 9 дифферентом 4 градуса на нас. Есть на 9 дифферентом 4 на нас. Даже если я был бы 7 пядей во лбу, я не смог бы со всем уследить, не смог бы все контролировать. Хотя к этому надо стремиться, но это невозможно. Sealing the hatches, preparing all systems, filling ballast tanks and much more. There are detailed instructions for every stage of the operation. Мотор вперед малый, 110. Пятый мотор вперед малый, 110 поворотов. Погружаемся на глубину 9 метров, осматриваться в отсеку. The Magnitogorsk's captain knows that any mistake could prove fatal. These are her last few seconds on the surface. For now. And there she goes. The submarine has submerged. Боссман, погружаться на 40, дифферентом 6 градусов на нос, при уверенном погружении отвести до 4. Эмоциональная составляющая этих мероприятий, она очень мала, потому что ну, некогда времени там распыляться на какие-то эмоции. Обычно там надо за всем следить, все контролировать. Сверка глубиномеров центрального поста потопа перископа ТОС. Роль. Опустить носовой перископ. Опустить носовой. 12. Что говорить? Глубина 40. Держать глубину 40 метров. Мотор вперед самый малый. Пятый мотор вперед самый малый. Лодка под водой двигается, опираясь только на акустиков. Нельзя пощупать и увидеть дорогу, по которой ты идешь. Это ты все равно в каком-то пространстве. Ты не видишь своими глазами. У тебя есть только штурманская карта, на которой нарисована. Палочка, грубо говоря, проложен курс, да, куда мы движемся. И акустик, который является нашими глазами, а по факту ушами, которые слышат, что происходит вокруг. Если этот человек зазевается, что-то произойдет, то мы просто тупо, ну, мы просто вслепую будем где-то двигаться, как вот что-то с закрытыми глазами. Командир УБЧ-5, дифферентовать подводную лодку на глубине 40 метров, под эконом-ход, малый ход. Значит, это дифферентовка подводной лодки на глубине 40 метров. Есть первый, есть шестой. Выполняем мероприятие согласно плана обеспечения заводских ходовых испытаний подводной лодки «Выборг». Наша задача – следовать по назначенному маршруту, проходить контрольные точки в определенное время. А подводная лодка «Выборг» испытывает свой гидроакустический комплекс. Она
дальность, будет к нам подходить, сближаться, отходить, по возможности вот, на протяжении всего погружения нас вести и проверить свой комплекс во всех режимах работы. В зависимости от поставленной задачи или там, взаимодействия с кем-то, мы не обязательно на 40 метрах плаваем. Можем погрузиться глубже 40, там, на 100 метров. Там, все в зависимости от тактической обстановки и какие мероприятия нас ждут. The Сообразительный arrives in St. Petersburg. Like a fairy tale scene, the beautiful city appears suddenly from a seemingly endless sea. For many of the seamen, this is their first sight of the Admiralty Building spire or the main naval cathedral. The city is ready for the big parade to mark the Western District's 150th anniversary. Today, every one of the Baltic Fleet warships will form a flotilla in the waters of the Neva. Выполнили боевую задачу, наконец-то пришвартовались в Питере. Стоим на набережной Театра Шмидта. Готовимся к параду. Погоны, шевроны, побривка, поглажка, подстрижка, чистота без козырек. Это все необходимо сделать. Сами себя начните, и, соответственно, всех моряков то же самое. Не надо здесь там, ходить, там, светить, там, это, а, там, туда-сюда. Обращаю внимание всех, кто стоит на трапе здесь. Сюда никто не должен попасть. Если приходят кому-то там, родственники, там, мама, папа, там, друзья и так далее, близкие, есть я, подошли, запросили дорогу, я там разрешил, погуляли, проводили там, вывели. Я не препятствую, если это как бы там самовольно, никому никуда никого не водить. Все нормально сделаем, все нормально будут у всех выходные. По местам. The cutting-edge Corvette is very popular. Sometimes mere curiosity, but some professional interest too. Заступил вахтенным офицером на юте. Это тоже меня нисколько не смущает, наоборот, готов бдительно нести службу. No strangers will pass with junior lieutenant Karakash guarding the gangplank. Добрый день. Да, здравствуйте. На этом корабле служит мой племянник, я могу его повидать, Игорь Максимович. А, Максимович? Все, я вас понял, хорошо. Максимовича знаем такого. Спасибо. Так, давай, поднимись до дежурного и скажи, чтобы Максимовича позвали сюда. Ну, скажи, чтобы тут пустили на стенки, тетя пришла. Давно не видели уже племянника? Да, давно уже. В основном в компьютере видим. А, ну это понятное дело, да. Современные технологии позволяют хотя бы так общаться. Ну, знаете, это радует тоже, на самом деле. Ну, чего, сейчас вживую пообщайтесь. Да, конечно, без проблем. Спасибо огромное. Пожалуйста. Здравствуй, мой хороший. Здравствуй. Мой хороший, ну как ты тут? Ну как тебе служится? Я уже все хорошо привык. Привык? Да. The Magnitogorsk is diving to operational depth. There have been no problems, and all systems are operating properly. Разрешите обратиться по личному вопросу? Давай. Дело в том, что у меня с ипотекой начинают там дела проявляться, и, честно говоря, нужен отпуск. И дней 15 хватит, чтобы все вопросы решить, закрыть? Да-да-да, думаю, да. Ну ладно, давай, мы сейчас как придем с моря, сразу же рапорт пиши, и между морями там я тебя отпущу, чтобы ты эти дела свои себе порешал. Точка, спасибо вам большое. Знаешь, о чем с тобой хотел поговорить? По поводу книги твоей. Да, да. Почитал? Да. Че, да-да-да. Я вот прочитал книгу. Ну, мне очень было интересно, как вы оцените ее, что скажете. Хотел тебя спросить. Вот я, когда читал другие книги, другие произведения, у меня не было возможности пообщаться с писателем и понять, что у него в голове происходило. Вот я читаю фразу, да, вот ты вроде нормальный парень, адекватный, с которым мы общаемся там. То есть, да, вот мне очень сильно запомнилось, да, литературное описание ночи и дождя, что косые капли дождя разрезали на ночь, да, там, ну. А ты это позаимствовал откуда-то? Или у тебя все это родилось вот в процессе написания, у тебя вот это образ, и потом образ ты этот перекладываешь на бумагу? Или же все-таки это заимствовано от какого-то классика или от кого-то? Или же это есть какие-то специальные там метафоры, которые все
художники пользуются и вставляют в книжку. Просто мне уже накипело, рвется. Ну, как бы не хотел бы о себе миф развенчивать. Хочется сказать, вот это все, это мое, это чисто выстрадано, и это я придумал. Ну, все люди, собственно говоря, они читают какие-то книги классические. Особенно если много их читаешь, там какие-то шаблоны, они, естественно, накапливаются. И в конце концов, без каких-либо усилий с твоей стороны, вот ты можешь уже писать что-то такое пристойное, готовое, без всяких проблем. Оно пишется само. Кажется, что оно пишется само, но на самом деле просто вот человек уже привык, у него рука, как говорится, набита. Я вот над сюжетом я особо не задумывался. Я писал эту книгу просто, ну, как будто как жил. Вот идет, вот события происходят, жизнь идет вперед, и так же вот я писал эту книгу. С самого начала, и вот первые 70% книги, мне, я, конечно, не спец, но мне понравилось. Вообще легко, нормально так читается, вообще шикарно. Но дальше, либо вот ты уже устал, либо смят. Концовка смята. Есть начало-завязка, есть конец-взрыв. А у промежуточной войны, вот как они спускаются с верхнего уровня, со второго или там с какого уровня вниз, на 25-й, вот это вот смято. И это хотелось быстро больше. Произошло. Вот хотелось, нет, да, вот нет, этом хотелось больше. Короче, я пропустил всю динамику. Мне на 75% хватило задора и энтузиазма, а потом, да, наверное, я уже завял, как говорят. Может быть, сейчас я мог бы ее переделать, улучшить? Не, уже, я думаю, или смысла уже, нету. Да, уже, наверное, смысла нет. Нужно просто уже запомнить это на будущее. Да. Я старался, что ни говори, писал, ну, приятно, что... Ладно, все, Александр Юрьевич, давай, шуруй к себе. Все, после, по приходу с моря, я приходим, напоминаешь мне, и там решим с твоей ипотекой, с твоим отпуском. Есть, решите. Давай, шуройся. Давай, хорошо. Все, счастливо. Спасибо, рад увидеть. Давай, давай. На месте стой. Справа в колонну по одному. На корабль шагом марш. Точка один. К вам приехали родители. Понял, проводите ко мне их. Есть. It's not just raw recruits who expect to see their family today. Commander Slonov's parents have come too, from Novgorod, to see their son for a couple of hours. Раньше, когда я служил в Кронштадте, я, в принципе, родителей видел, ну, может, раз в два месяца где-то ездил домой, или они там приезжали, ну, как-то мы с ними. С переводом в Балтийск, соответственно, это уже намного дальше, уже так домой не съездить. Вот, поэтому, ну, сейчас где-то раз в полгода в отпуск я буду их видеть. Привет, мой хороший. Привет, Сашуль. Как жизнь? Все, да, нормально. Все нормально. Освоился. Да, пойдемте в каюту, посидим. Угу. Вот здесь служу. Мое рабочее место. Твое кресло. Мое рабочее место. Угу. Высоко, далеко гляжу. Мы мальчика нашего видим редко, и поэтому мы не могли не приехать, не могли не воспользоваться таким моментом, когда он здесь, рядышком, поближе к дому. У тебя тут телевизор большой. Все хорошо, только душно. Большая каюта. На этом корабле мы первый раз. На Казанце мы были уже. Ну, этот корабль, конечно, произвел уже другое впечатление. Серьезнее, больше. Да, тот был маленький. Тот был, конечно, по сравнению с этим, две большие разницы. Это очень большой. Большой такой. И каюта такая. Все. Все серьезнее. Дома поесть. Ну, да, и бывший, и новый. Очень-очень рады. Хотим, чтобы у тебя все сложилось нормально. Все твои мечты, все твои планы. Тебе сложилось легко. Мы тебя всегда ждем. А теперь надо следующий какой-нибудь авианосец еще. Еще что-то побольше. Да, Серег? Нет. Есть такой. Но он боцман у меня. А где боссман? Сейчас, секунду. Сейчас я узнаю. Я что-то не в теме. На корабле? Ко мне, вызовите. Есть. Сашунь, провожай.
Поехали. Все, уезжайте. Угу. Поедем, что ж, все. Далеко ехать. Родители всегда знают, как поддержать меня, если там что-то у меня не получается и так далее. Сейчас ситуация не штатная, то есть новая должность, много всяких проблем, обязанностей и так далее. Гордимся нашим мальчиком, гордимся сыном, переживаем за него, вместе с ним служим и желаем ему успехов. Зарядился одних позитивом, до следующей встречи, мне, думаю, хватит. Желаю удачи в службе, всего хорошего. Счастливо. Все благ. И все, сынок, все нормально. Приезжай домой. Ждем тебя. Все. Ну все, пока.